А вот, кстати, про Анну Каренину. Когда вы поступили в театральный институт, вы читали монолог Наташи Ростовой, потом играли Катюшу Маслову из «Воскресенья» Толстого, а теперь играете в мюзикле «Анна Каренина». Опять-таки, героиня Льва Толстого. Льва Николаевича, да. Вот кто из этих героинь вам ближе? И вообще, близка ли вам Анна Каренина? Потому что образ достаточно своеобразный, неоднозначный. Я согласна. Наверное, по сути своей, ближе всего Наташа Ростова. Я так и знал. Своей порывистостью, импульсивностью, порой наивностью и искренностью. Но эти черты свойственны всем этим трем героиням, и Анне Карениной в том числе. Она тоже жила по сердцу и не слушала никого больше, и, да, совершила неоднозначные поступки. И самое сложное в этой роли, как оказалось, сделать так, чтобы зрители до конца шли за ней и любили эту героиню. Но мне кажется, что все-таки мне удалось найти этот ключик, и, играя эту роль, я верю в искренность и правильность ее поступков. Но роль была на преодоление такая. В какой-то степени, безусловно. Спасибо вам огромное. И хочу пригласить на эту сцену моего партнера, коллегу, потрясающего артиста, исполнителя роли Вронского. Дмитрий Ермак, встречайте.
Дмитрий Ермак. Блистательная Валерия Ланская.